Программа MGSoft предназначена для автоматического определения величины зерна металлического шлифа согласно ГОСТ 563982. Доступна загрузка файлов с носителя или захват изображения веб-камеры. Работа осуществляется с полученными при помощи микроскопа фотографиями, которые содержат зернистую структуру, подлежащую анализу. Определение масштаба осуществляется ручным вводом значения, если оно известно, или при помощи калибровочного изображения, которое содержит объекты известного размера. Предлагается набор инструментов для коррекции фотографий, включая фильтрацию, повышение резкости, выравнивание яркости и контраста, инверсию цветов. Существует возможность сохранять промежуточные результаты. Параметры инструментов индивидуально настраиваются оператором в соответствующем меню. Перед анализом изображение должно быть бинаризовано, для чего предлагаются соответствующие инструменты с возможностью дополнительной постобработки результата морфологическими операциями. Последовательность действий автоматизируется при помощи специального меню, где настраивается последовательность применения и состав инструментов. Подготовленные данные обрабатываются автоматизированными методами стандарта ГОСТ 563982. Реализован ручной метод визуального сравнения с эталонными шкалами для подтверждения полученных результатов. Показаны результаты анализа подготовленных данных. Возможность отмены или возврата совершенных действий позволяет вернуться на нужный этап обработки. Вместо сопоставления изображения с эталонными шкалами предлагается варьировать масштаб фотографии до тех пор, пока визуально зерна не совпадут по характерному размеру с цифровым шаблоном. Для целого набора данных предусмотрена пакетная обработка, которая позволяет одновременно корректировать сразу несколько изображений и анализировать их автоматизированными методами.